Сейчас Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Эти острова очень нравятся балерине, поэтому она отправляется туда в любой момент, когда у нее появляется свободное время. Звезда охотно делится фотографиями в бикини и демонстрирует фирменные шпагаты. Однако в этот раз отдых балерины был омрачен небольшой травмой. Анастасия повредила ступню ноги, у нее хлестала кровь. Анастасия долго терпела боль, но ей пришлось все-таки отправиться к врачу. Ну, без приключений моя жизнь невозможна. Слава богу, на нашем острове есть прекрасный доктор-спасительница. Честно, я терпела дикую боль несколько дней, я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет, поделилась Анастасия. Анастасия Волочкова получила травму ноги. Фото. Инстаграм-звезда балета ранее отметила, что уехала в отпуск со своим возлюбленным, которого она скрывает от посторонних глаз. Она призналась избраннику в чувствах и написала пост на личной странице в социальной сети. «Мои любимые Мальдивы, как же я с ними гармонично. Люди, я открыла комментарии на минутку, чисто улыбнуться. Да, я правда, в хорошей форме. Просто любовь творит чудеса, и работа над собой физическая ежедневная. А с моим любимым мы вместе уже 7 месяцев и 10 дней люблю тебя», дорогой рассказала Волочкова. Травма Волочковой. Фото. Инстаграм. Анастасия скрывает любимого мужчину, но не устает отмечать, как она счастлива в отношениях с ним. Он живет с балериной в ее шикарном доме. Волочкова оберегает избранника от чужих глаз, так как, по ее словам, он не публичный человек. Во время интервью с балериной Ксенией Собчак так и не удалось найти мужчину. Однако их беседа обернулась скандалом. Позже Волочкова простила телеведущую. Они уладили проблемы в эфире программы «Привет, Андрей». «Я не держу на Ксению зла, у меня просто нет времени, чтобы постоянно находиться в открытом противостоянии», поделилась Анастасия. А вот для Собчак это путь к рейтингам, просмотрам, лайкам, ради которых она готова буквально на все. «Если бы знала, что она будет так себя вести, никогда бы не пустила в дом. Я сделала выводы и просто постараюсь, чтобы наши пути пересекались как можно реже». Класс пост 626 268 подписчиков.